Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня приготовим вот такие вкусные, сочные, ароматные котлетки. Рецепт под видео, а я начинаю готовить. Фарш подходит любой. У меня свинина и говядина в равных пропорциях. Нарезаю мелко укроп и добавляю к фаршу. Для вкуса и аромата добавляю пару зубчиков чеснока. Чтобы котлеты были нежными и воздушными, добавляю соду, а чтобы хорошо держали форму, немного крахмала. И, конечно же, добавляю специи – хмели-сунели, соль, черный перец и немного молока. Теперь фарш надо хорошо перемешать и отбить. И накрываю пищевой пленкой, отправляю в холодильник хотя бы на полчаса. Теперь формирую котлетки. Можно сделать любой формы, как вам нравится. Обжариваю котлетки со всех сторон и в конце приготовления закрываю крышкой буквально на одну минутку. Котлеты готовы, получились сочные и ароматные. Такие котлетки можно подавать как на семейный ужин, так и на праздничный стол. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки и комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!